Видите, я же говорил, а мне надо больше 50 ПМ, чтобы выигрывать мастер-лигу. Ну, типа... О, да, это было... Это было жестко. Так. Все, собрались по-серьезку. Я не думаю, что он просто клик нажал, он контролил. Да, я говорю, там стата в конце игры, что у него 50 АПМ, а вот зачем вам больше? Да. Я думаю, это стопудово, да, Серал снайпил. Все, короче, слонидус. Этот. Слонидус версия 2.광물이 없는데 자꾸 일만 시킬래요? Да-да-да. Или может не слонидус, может слодропус. Слоновье такси. Очень модная тема. Я уже обратил внимание, вот эти три сапплая ДЦ-цехи. Все, 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 пошел. Слонидус прям жесткий. Или сладропус. Сладропус. Так, оставим одного тут. А одного вот так вот отправим бегать. 대군주 어떻게 생긴지 알죠? 포동포동. А, чё, я квину отменил? А, я её, да, не строю. Ну ладно, потом построю. Так с хайпом затянуло, ГГ, ну. Там, я не знаю, я не затянул, я типа что-то задумался, и... Получилась такая штука, что... Слонидус мой очень поздно начал выкапываться. Типа, ну, его намного раньше можно было сделать. Разговор.
Так, ну этих с грейдами, да? Прям пожескочу, чтобы было. То есть будем делать грейд на армор. Так, все, точка оверов готова. Надо их, кстати, собрать, а то я их что-то разобрал. Не, с мейна, пускай все летят с мейна. Прям по красоте. Короче, я знаю, что мы сделаем. Тут будет полет шмеля. Только не сейчас, а в записи. Я эту штуку дропну с записью, я просто, так сказать, авторскую версию запишу. Проверяет наши базы. Напряглись, напряглись, сейчас будет полетик. Где мой ультралиск? Я опять забываю ставить. Нет, две хаты мне уже не надо, мне сейчас этих надо. Блин, знать бы, сколько их мне надо. Я думаю, это вот план минимум. Ну вот, 24. 24 должно хватить. Это 4800 газа надо мне на все. Надо срочно еще тогда дрончиков. Ой, это будет очень сложно. И очень много минерала, кстати, надо. Да ладно, я сейчас типа смотрю, как бы не сдохнуть. Успеем мы хаты. Мне тут хаты, причем не только по газу надо, наверное, а даже и по минералу немножко. Поехали. За макс слонов. Все. Все. Прям готовимся к сверхнападению. Так, не, ладно, газа вроде хватит. Крили надо этих немножко минеральчиков. Серьезная, серьезная заправочка сейчас будет.
Так, мне надо подкопиться. Всех лингов в атаку. И надо уже парней отправлять в атаку. Это Алын, ребята, это Алын. Квангмуры да сонненде, ури чинен го аничо? Айго, илболле жукнео. Илболлега мирен го ашичо? Мужокон чикея дэо. Кгон аничо, ма. Факчанг жисин ичо? Это серьезнейший Алын. Я советую вам подготовиться к нему. Богупуми, илболлега гунгдок бадко иссимнида. Чедеро саумуза. Богупуми, квак часум. Айго, илболле жукнео. Квангмеги падан насмнида. Бедные дроны. Нелегка у них будет жизнь. Пускай работают еще. Ну что, все готовы? Это будет самая вообще сверхъестественная атака, которую вы когда-либо видели. Четыре слона. Лететь огромной толпой, я думаю, не надо их стакать. Ух, и один пешком. Ух, грейд, да, грейды все готовы. Плюс три только нету на броню. Так, ну что, все готовы? Как там это делается? Пам-пара-пам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 
Это стратегия, я вам говорю, она не контрится, наверное. Это просто не контрящийся билд. Что происходит? Нам срочно нужен этот смотритель. Какая дичь. Слоны и слоны разрывают. Какая войнуха! Ho 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 ho